No, questo è vlog su YouTube. Max, buonasera. Max, oggi si porta Marina in una bella sfilata di moda, come sempre. Comunque ti volevo dire una cosa davanti a tutti, scusami del mio carattere a volte, che io a volte, ma io sono dislessica. Я говорю, извини меня за мой характер, но у меня этот дислексика у меня. И пой. Abbiamo Armstrong, che è un nuovo modello. Armstrong, per me è un nome molto difficile, для меня очень тяжело запомнить. Я говорю, il nome del primo astronauta che è andato sulla Luna. No, sulla Luna è andata Гагарин. No, insieme ad Armstrong. No, no, prima è andata Белка Стрелка, un cane, due cani, Белка Стрелка, e poi è andata Гагарин. Гагарин insieme ad Armstrong. No, no, Гагарин andata da sola. Sentiamo lui, che lui lo sa benissimo. È vero, è vero. Saluta tutti. Ciao a tutti. C'ha 20 anni e non contro chi li sta riprendendo, vero o no? Non è contro chi ti sta riprendendo? No, 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 sono maggiorenne, quindi posso essere ripreso. Я спросила, сказала, можно тебя снимать? Он сказал, да, è la prima sua sfida. Его первый раз сфидата, сфидата. Как болева дире сфигат. Первый раз его сейчас будет на сцене. Io ti auguro comunque. Grazie. И comunque avanti, avanti, non ascoltare mai nessuno. Grazie. Я говорю, никому не слушай, всегда только вперед, не важно сколько тебе лет. Prima sua sfigata. Sfidata. Sfilata. Sfilata. Я буду снимать, и вы потом в Инстаграме можете это все посмотреть. Девочки, мы выпили только одну Маргариту, abbiamo bevuto, vero? Sì. E per quanto sono contenta, ragazzi. Solo una Маргарита. Макс ha detto, Макс сказал, что потом поедем на дискотеку. Dopo anche discoteca, ragazze. Cosa dobbiamo Siamo fare? Siamo arrivati. Tak, guardate sì. Che posto di lusso dove ho portato la bellissima Marina. Bellissima, qui. Madonna, altro giorno. Qui. Marina! Qui. Questo è il posto dove... Madonna, guarda che cielo bello! Sì, oggi vado a fare anche le foto. Sì, le foto te e io dobbiamo fare per forza. Allora, ci sei? Sì, ci sono. Andiamo? Come? Preoccupi? Sì, sono emozionato. Ho dato mia voce una emozione, non ti riesce. Va bene, andrà tutto bene. Главное è слушать Макса, характер тяжелый. Perché lui è un po' pesante, sai, magari, Però se ascolti quello che dice lui, andrà tutto a modo. Perché anche se a volte chi si arrabbia non è per male, perché ti vuole male. Sì, per il bene. Per bene. Quindi se un ariot, avrei un niente di mania, un tocco для того, щоб ти выглядел хорошо. Как я. Dove? Вот ребенок говорит это самое. Протаранился с каким-то мужиком. Набережная Виареджо, это просто нечто. О, кто-то еще в кофте. Я думала, я одна такая, что я взяла на всякий случай этот самый пиджак. И я сегодня в лосинах, которые покупала в Тэдзенисе, кто помнит. Кофта моя китайская за 12 евро. И ресницы, которые у меня, я не знаю, как их носят месяц. У меня после двух недель они вообще живут своей жизнью. Я их сегодня еще подкрасила. Мне нужно зеркало срочно. Девочки, от того, что здесь еще и море, сейчас у нас вообще все это разделается. Ну, набережная Виареджо вообще просто преоккупат, переживает первый раз. Люди на великах, вот у них здесь класс кататься. Ой, небо какое красивое, чело прям вообще. Такие облака. Вон едут, видите? Кто откуда? Девушка, главное, живот тянет. Вот это я разожралась, капец. Он, кстати, очень быстро ходит, мне за ним приходится бегать. Поэтому, если вот сапоги сегодня, я еще бегу. А если бы туфли были, это был бы капец. Ой, что я снимаю? Экко.
Adesso siamo pronti. Senti la musica. Мне? У меня? Мой? О, точно потеряю. Еще и гэсэски. Дорогой, дорого-богат. Grazie mille. Qui, 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 qui. Свадьбу играю. Девочки-модели пришли. Это делается, я уже рассказывала, делается в таких холлах, да, где есть люди, которые еще могут за всем этим наблюдать. Море прекрасное. Хозяин заведения Макс пристал ко мне. Говорит, я тоже хочу, как ты, в фильме целоваться. Сейчас он придет. Познакомлю вас с ним. Я говорю, боже, мне на этих Макса везет. Девчонки, все расплылось. Как бы дома не укладывала, чтобы не делала. Поэтому, когда вот мне пишут, Маринка, не делайте на конкурс локоны, они вам придают возраст. Уже красный цвет возраст дает, да? Плюс дают возраст еще локоны. Выключаю, потому что музыка. Это единственный вариант сделать локоны, потом они сами распадаются, и у вас что-то остается. Потому что если вы выпрямите волос, ваш волос, по крайней мере, мой волос, он встает просто. Ну и где-то с маслом. Все готовятся. Говорит, Марина, вы ждете Макса? Я говорю, да, это он пошел за контактом. Красота. Я воды боюсь. Но когда я была молодая, я как-то так вот в ней купалась. Ну, в ней купалась, естественно, что я в ней делала. Писала, что ли, только. И на волнах любила прыгать. А сейчас я смотрю на эти волны и понимаю, насколько они засасывают. Потому что в моей истории они меня несколько раз засасывали. Прям вообще просто. Прям вот я два раза тонула. Хотя меня назвали Мариной в честь Лешицы Марины Попович. Ну, Марина, она же типа морская. Папа меня назвал в честь Лешицы, да? Точно так же, как вот Александра, она в честь Александры с фильма «Москва слезам не верит», а София в честь Софи Лорен. А Святослава, так как она должна была быть Савиной и Настей, она вот так вот ее назвал Дима. Come sei bello con questa costume bordeaux, meglio di tutti altri. Май сказал, это наши места. Это наши места. О, как раз около музыки. Да, ну что, мы сели. Не мы, а я. Мальчик пошел готовиться к своему выходу. Макс где-то бегает, проверяет микрофон и все остальное. Сзади меня там вот свет настраивает. Видите, вот мальчик лазит. Боже, какая влажность. Девочки, я в своей кофточке. Я себе не изменяю. Будет ужин. Все это с ужином. Красиво. Я считаю, красиво, и я считаю, что главное куда-то вырваться. Единственное, что я воюю со своими ресницами, потому что у меня, я во-первых, когда снимала накладные ресницы на днях, я, наверное, повыдирала вместе со своими. Ну, опять, то, если кто-то хочет делать, делайте, у вас такого не будет, это только у меня. Все, сели, будем ждать участниц. Девчонки, о, какие все худые, боже, аж хочется втянуть живот. Листима. Боже, ляха, жопы нет, как у меня. Волосы длиннющие. Ой, красивые девки. Макс. Диджей. Я с Америки. Что с Америки? Акцент слышно с Америки. Я тоже с Америки, блядь. Из Китая. А говорит, а, где-то там живут, а где-то там. Потом мама, где-то там поляки. Я говорю, тебе видно, что кто-то поляки. Женщина, девушка, которая была в этом одеянии с другими девчонками, в октябре у нее свадьба. И вот сегодня девичник.
Max. Ciao a tutti, si brinda al successo di questa serata eccezionale, direi. E per il caso che vince, dai. E per il nostro modello che speriamo faccia un buon successo. La Manchica per Varassi mi ha prefato. A te Massimo, ti voglio ringraziare ancora davanti a tutti per te e per la tua pazienza. Salute a te. Я говорю, я тебя хочу поблагодарить, потому что мы с ним ругаемся, блин, он поругался, у него как бы там все прошло. Но мило портат, Марина Ди Пиза. Марина, come Марина Ди Пиза, Марина. Уже напылся этот хозяин. Массимо, non tu, questa qui l'altro, ma mi porta il bigliettino. Massimo lui? Massimo. Ma mi porti il bigliettino di locale? Non aperitivo, bigliettino di locale. Instagram. No, io non ho messo, se non mi dai bigliettino. Давай, Макс. Questi qui metto nella borsa mia. Oggi c'ho la borsa più grande, possiamo mettere di. Bravo, bravo. Max, mi è cascata la cosa. Я говорю, у меня это... La foto insieme. Я дурная, я все время там эти... Я когда делаю фотки, я все время голову задираю, потому что я хочу вытянуть шею, а мой учитель по классическому танцу говорил, что до Тиванова у вас короткая шея, тяните ее все время вверх. Девчонки, все распалось. Вот как я поеду на конкурс? Хорошо, хоть шелка хоть как-то держится. Мы с ним. Почему я говорю, положить, говорю, твои очки в сумку, говорю, сегодня сумка больше, потому что он мне вынес мозг, что я ношу огромные сумки, и на какие мероприятия носят сумочки маленькие, он мне просто вынес мозг. Я поехала в Венецию с маленькой, в которую я, ну, вы видели, в которую я знала, что мне поместится 3 моих телефона, подзарядка, там, сигареты и такое. Он мне еще свой телефон с подзарядкой засунул. В итоге я, знаете, ей даже не насладилась. И еще на этой почве мы поругались, потому что я под конец все выложила, говорю, забирай все свое, говорю, носи с собой. Там ее пять. Такие все сказочники. На этих конкурсах все такие сказочники. Я с Америки, блядь. С Луганска, стоит с Луганска. Ну хорошо разговаривает, понятное дело, молодая, хорошо разговаривает, но видно, что ну, не Америка. Ну какая Америка? Ну, Китай, что упал? Ну тоже, кстати, стоит, когда расслабленная, забывает, ну за животик вываливается. Красивая девочка. Говорит, Марина, не жди тебе на конкурс. Ой, бабушки такие пожилые, в таком возрасте, смотрите. Бабушка пошла. Ну а что, они тусуются между собой, делают эти конкурсы, устраивают, тусуются. Не так, как мы воспринимаем, мой конкурс, все там, и там. У них такие конкурсы, что они, ну, так вот они развлекаются. Здесь дорожка, столики. Вот они между столиками будут ходить. Я, конечно, себя между столиками ходящие вижу как-то не очень, но... А что делать? Придется, куда я денусь? Хоть бы не напиться, потом мы едем на дискотеку, короче. Бока Люба. Мы что, дверка? Ну, ну, и Белло, да, и перты. Говорит, я развлекаюсь. Мардали? Чао. Перты, у нас коза нова, перо, у нас коза мульта белла. Он говорит, я развлекаю, ну, типа, для меня это как развлечение. Я говорю, так это вообще классно. Не сидишь там где-то в пизде, там, с пацанами, там, бухаешь еще. Просто с собой занимаешься, и все. Понятно там, что ничего, тем не менее. Боже, мне вот эти вот вытягивающие трусы до одного места. Девочки, что с этой кофтой делать? Но у меня постоянно слазит, не видно моих этих. Кстати, молодняк мне сделал комплименты. Сейчас в Италии, может быть, еще где-то очень модно делать эти вот пирсинги. Вот здесь как-то кожу прокалывают. И они подумали почему-то, молодежь, что у меня вот это вот пирсинги. И я им сказала, да. По крайней мере, я сейчас посмотрю, в чем они здесь выходят, в чем они ходят, понимаете?
чтобы у меня было представление. Девочка написала в Ютубе, что вы нам морочите голову, если изначально вы знали, что у вас другое платье. Так у меня другое платье. Я говорила, просто я подумала, что можно выйти в этом. Я так подумала, я поделилась со своими мыслями. Но не потому, что я там кого-то развожу. Зачем мне кого-то разводить? У меня вся жизнь развод. Вот, какая женщина с такими сиськами. В трусах, трусы показала. Вот там еще и трусы показала. Так, девочки, что нам принесли? Нам принесли салатик, морепродукты, все холодное без масла. Масла на столе нету. Пару мидий, морковка, лучок, ну, в общем, все, что нужно. Так, девчонки, мальчики, мужчины, нам принесли. Нам принесли винелло. Давай, Массимо. Перла ностра, фатура. Фортунам, фортун, мадонна, дело мадоска. Сколько людей? Полный зал практически. И бон аппетито. Это не наше. Девчонки, на второе у нас рис с морепродуктами. У них, наверное, VIP-столик, потому что у них красивые стаканы. Провьямо. Пробуем. Бомба. Принесли что-то кушать, но я уже вроде и кушать не хочу. То есть мы не должны были участвовать, нас просто позвали, и мы с девочкой согласились. То есть мы не должны были участвовать вообще никак. Cyborg, se non sbaglio, che sta uscendo addirittura a Pisa il 21 23, giusto? Max, raccontaci qualcosa. Sì, allora sono molto contento, abbiamo fatto il film di Cyborg, un anno di lavoro, e finalmente il 23 giovedì esce la prima cinematografica, ci deve una nuova partita per tutti gli invitati, dove hanno partecipato tanti attori. Gli attori di questi mesi, tra i commissari, la prima Rosario Pinocchio e in Italia Madre Vendala. Successivamente abbiamo con noi anche l'attore del film di Pusarati a Testo Fuori. Quindi attore di nome, hanno partecipato nel film anche Carlo Carleschi nel ruolo della contessa Artemisia e la nostra Marina Ivanova nel ruolo della sacerdotessa Nasca. Il film Action Movie, molto dinamico, è stato presentato a Venezia, è stato nel cinema, quindi diciamo che siamo molto soddisfatti, quindi aspetto tutti il 23 al cinema a Pisa. E poi ricordo che domenica 26 viene fatta l'inaugurazione degli studi Sky a Lucca, dove avremo tanti ospiti, eccezione, attori, registi, spero che sia molto grazie! Макс, но шенте, дольчи! Грация, Макс.
Brava. Vinta, ah, vinta, aha, она выиграла. Молодец. Молодец. Девочка выиграла. Говорит, Марина, что вы делали между этими молодыми? Развлекалась. Выиграла девочка молодая. Эх, уши. И винчиторы. Девочка, которая выиграла, это Камилла. 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 Камил